Вот, и это еще было исследование такое, здесь сейчас эксперимент, как в перформансе часто и делается, на проверку что победит, форма или содержание? Вот это художественная постановка вопроса, да, вот, например, был мой любимый перформанс Вадима Фишкина между собакой и коровой в 92 году. Он нарядил собаку в корову и предлагал ей мясо, капусту, и, в общем, вот что победит, настоящая сущность или сделанная? Вот у меня была тоже, как бы, девушки, сегодня я считаю, что победила все-таки их истинная сущность, да, и вот этот контекст, не смог его, так сказать, сломать, они были мужественны, и начали они таким образом, что они сами вышли в народ, даже вопреки, я им не разрешала с места сходить, они вышли и сами как бы очень мягко затащили зрителей как бы к себе. Вот. Так что искусство все-таки побеждает гламур, вот то, что для меня не случайно слово, да, перформанс называется попытка преодоления гламура. Болезнь как современного общества, современного искусства, современного человека. И вот ну, в чем-то это такой утопический проект по ну, излечению этой болезни, да, но только можно по-разному лечить. Можно... Вам замысел совершенно понятен, никаких вопросов у вас не возникло. Да, а вот мое личностное переживание, да, несмотря на то, что я понимаю, что это все не искусство, мне очень сложно все равно преодолеть. Все как-то психологический барьер. Еще.